Река Парана занимает второе место по длине после Амазонки во всей Латинской Америке. Именно в аргентинской части Параны обитает самая большая популяция золотого дорадо, одного из самых сильных, красивых и агрессивных пресноводных хищников в мире. Неважно, как вы будете рыбачить, спиннингом или нахлыстом, эмоции от борьбы с этим выдающимся соперником захватят вас полностью. Опыт, накопленный за годы рыбалок в этих местах с нашими клиентами, показывает, что ключ к успеху в поиске выдающихся трофеев лежит в максимальном удалении от цивилизации, а также в способности быстро менять места рыбалки в зависимости от уровня воды, ее прозрачности и погодных условий. Трофейная ловля, потрясающие виды природы и отдых класса люкс теперь доступны в рамках одного путешествия. Компания Royal Safari в этом сезоне предлагает вам отправиться в рыболовный круиз по реке Парана. В распоряжении наших гостей будет большой корабль, проживание на котором организовано с максимальным комфортом и по уровню сопоставимо с престижным отелем или рыболовным лоджем мирового класса. Внутри есть все необходимое. Просторные номера со всеми удобствами, спутниковый интернет, а самое главное — опытный персонал, который обеспечит поистине домашний уют и отличный сервис. Наш повар порадует гостей различными аргентинскими блюдами, в том числе мясными деликатесами, приготовленными на открытом огне. Совместно с известным винологом из Мендосы Алехандро Вигилом мы отобрали лучшие сорта аргентинских вин, так что этот тур можно смело назвать гастрономическим. Ключевым фактором успешной рыбалки является ежедневная смена мест. Вы порыбачите и на основном русле Параны, и в многочисленных притоках, и в заливных лагунах, и в совсем узеньких ручьях, прорезающих бескрайние пампасы. Во время рыбалки вы встретите различных животных и множество птиц. Мы рыбачим там, где нет рыболовного прессинга и максимально отдаляемся от цивилизации. Ловля производится с комфортабельных катеров под управлением лучших гидов, которые знают эти места и умеют подобрать ключ к самым крупным и осторожным экземплярам. Никаких наколотых рыб, никаких повторений акваторий. Каждый день только новые места и новые впечатления. Кроме золотого дорадо, в этих местах попадается уникальная рыба чефалоте, внешне похожая на паяру, доисторическая троира, несколько видов пираний и различные виды самов. Каждый из трофеев, несомненно, оставит свой след в душе рыболова, и вы обязательно захотите вернуться в эти уникальные места. Стоимость рыболовного круиза приятно удивит вас. Мы приглашаем вас ознакомиться со всеми деталями этой уникальной поездки на нашем сайте royalsafari.com.